Yeah.

Удерживайте сосредоточение между бровями. Сядьте, слегка приподняв лицо кверху, удерживайте мягкое сосредоточение между бровями. पुनरपि मारणरपि जननी जठरे शायनम् पुनरपि जननम् पुनरपि मारणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् यह संसार बहु यह संसार बह दुस्त कृपया पारे पाही मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है मेरा कार भी हो स्वामी सबका तू पालन करता है कार निर्बन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है। तेरी सता का खेल निराला विरला ही महरम पाता है जिन पर कृपा बनी निज तेरी तू को दरस देखाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है ऋषि मुनि और संत महात्मा से दिन ध्यान लगाता है चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है चार प्राण चौरसी के माही तू ही नजर एक आता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है चकित भयावन बुद्धि तेरी जीवदास गुण गाता है

Намаскарам всем. Один распространенный вопрос, которым люди задаются как в США, так и в Индии, это «Садхгуру, можем ли мы обучиться музыке в этот период изоляции?» Да, можете. Но ваши соседи тоже сидят дома. Это произошло в Теннесси. Одна молодая девушка из Нэшвилла. Нэшвилл считается музыкальным городом. Почти все его жители — это начинающие музыканты. Если вы пойдете в ресторан, то официанты в нем ⁇ это будущие звезды. Сияют они или нет, это другой вопрос. Но они начинающие звезды. Все сочиняют музыку, исполняют ее. Так что эта девушка тоже решила стать музыкантом. И поскольку сейчас никуда выйти нельзя, она начала усердно практиковаться на своем пианино у себя дома. Через пару дней кто-то громко постучал в ее дверь. Когда она открыла дверь, там стоял мужчина с каким-то чемоданом в руках. Она спросила, кто вы такой, он сказал: Я настройщик пианино. Я пришел, чтобы настроить ваш инструмент. Она сказала: Я не вызывала настройщика. Все ваши соседи скинулись и оплатили мои услуги. И вот я здесь. Вы можете заниматься музыкой, но ваши соседи тоже сидят дома. Если у вас уединенный дом в деревне, потому что когда вы учитесь музыке, сначала вы должны практиковаться в пытке на себе. Не нужно сразу начинать с других людей. В период карантина жена Шанкара Напилая решила, что будет брать онлайн уроки классической индийской музыки. И она начала брать уроки по скайпу у одного музыканта из Чинаи. И когда она обрела уверенность, вечером она сказала Шанкарану Пилаю, «Я обучалась классической музыке последние четыре дня, целых четыре дня, и теперь я хочу спеть для тебя». Он сказал, «Хорошо». И вот она начала петь. И это выходило так замечательно, что она закрыла глаза и просто продолжала петь. Он опустил голову вниз и продолжал жевать свой ужин. Потом, когда она закончила, она спросила, «Ну как тебе?» Он ответил, «Тебе нужно выступать по телевидению». Она сказала, правда, я настолько хорошо пою, что мне место на телевидении. Он сказал, дело не в этом. Просто так я мог бы тебя выключить. Поэтому, если вы хотите обучаться музыке в тишине, тогда да. Но существует множество других вещей, которые вы можете делать. Самое важное из них ⁇ работать над собой. Что значит работать над собой <къем> в физическом плане? Просто установите для себя небольшие цели на несколько недель. Просто вспомните, какими вы были, когда вам было 18 лет. Я имею в виду, когда вам в первый раз исполнилось 18. некоторым из вас. 18 уже последние 30 лет. Когда вам исполнилось 18 в первый раз? Если вы наклонялись, насколько хватало вашей гибкости? В то время, возможно, вы могли достать до пола, а сегодня это может быть вот так. Просто посмотрите, сможете ли вы опуститься на 10 сантиметров ниже. Когда вам было 18, как быстро вы могли подняться по лестнице? А сегодня, как вы поднимаетесь? Посмотрите, сможете ли вы улучшить это на 10-20%. 10-20% улучшение за следующие две недели. Просто посмотрите на свою фотографию. Когда вам было 18 или меньше, как вы стояли, какая у вас была осанка. Если вы стали такими, выпрямитесь немножко. Загляните еще дальше. Какая улыбка у вас была, когда вам было 6, 8, 10 лет? Посмотрите, сможете ли вы вернуть хотя бы 50% от этого на все время? Не просто натянуть искусственную улыбку. Верните это внутреннее волшебство. Если не... Если вы не можете сделать ничего экстраординарного, по крайней мере, вы должны стать приятной частичкой жизни на этой планете. Это то, что вы должны самим себе и всем вокруг вас. Сделайте вот что. Установите свои собственные цели и понаблюдайте. Это не трудно, поверьте мне. Просто нужно немного внимания. Сейчас люди думают, что они тащат целый мир у себя на голове. Нет. Если вы стоите на голове, сделайте фото и переверните его. Будет похоже, как будто вы несете на своей голове всю планету. Но это не так. Стоите ли вы на ногах или на голове? Планета несет вас. И она вертится сама по себе. День и ночь сменяются сами по себе. Времена года сменяются сами по себе. Солнце встает и садится само по себе. Вам ничего делать не нужно. Эти несколько недель время для того, чтобы вы осознали. Что все, что имеет значение во Вселенной, происходит само по себе. Просто чтобы вы сидели здесь и наслаждались дарами жизни. А еще и манга поспевают. Вам не нужно ничего в них закачивать. Они и так сладкие. Так что просто воспользуйтесь этим. Не изображайте из себя, будто вы управляете целой планетой или целой вселенной. Это не так. Это происходит само по себе. Вы крошечное существо, и вы здесь на очень короткое время, так что не нужно устраивать шум по этому поводу. Не устраивайте такой большой суеты, чтобы справиться с несколькими годами жизни. По прошествии этих нескольких недель вы должны стать более приятным и замечательным человеком. Это не время для... Вы уже сделали достаточно подобного. Самое великолепное, что вы можете для себя сделать, если вы сядете здесь, этот человек будет приятным переживанием для вас. Если вы приятное переживание для самого себя, все остальные тоже будут воспринимать вас как приятного человека. Совершите ли вы что-то великое или нет, зависит от многих условий. Никто не скажет этого со стопроцентной уверенностью. Вы должны понимать, что наши действия во многом определяются временем, в котором мы живем. Допустим, вы бы жили здесь пять тысяч лет назад. Пять тысяч лет назад пойдет или отправится еще дальше? Скажем, пять тысяч лет назад. Поскольку мы в Индии, пять тысяч лет — это недавнее прошлое. Если бы вы жили здесь пять тысяч лет назад, и появился бы этот вирус, вам не нужно было бы соблюдать какую-то социальную дистанцию, потому что вокруг вас и так никого не было бы. Даже если бы вы захотели заразить кого-то, вы бы никого не нашли. Так что вам нужно понимать, что наши действия, все, что мы делаем и не делаем, определяются временем, в котором мы живем. Если бы вы жили здесь пять тысяч лет назад, вы бы не писали программное обеспечение. Вы бы делали что-то другое. Вы бы не делали все то, что вы делаете сегодня. Не думайте, будто вы это делаете. Это все конкретное время. Наше время имеет свою собственную погоду. Бывает приятная погода, бывает и ураган. Если вы научитесь изящно лавировать в любую погоду, люди скажут, что вы успешны. Если... Из любой мелочи вы создаете проблемы. В жизни вас ждут одни неудачи. Если бы вы были серфером, вы наверняка видели, как люди катаются на волнах. О чем мечтает серфер? О цунами. Он грезит о цунами, о том, чтобы прокатиться на волне высотой с десятиэтажный дом. Такая у него мечта. Если вы знаете, как оседлать волну, тогда даже цунами — это прекрасно. Сейчас вирус не распространяется сам по себе. Он не летает сам по себе, пытаясь поймать вас. Чтобы перемещаться, ему нужны мы. От нас зависит, попадет он куда-то или нет. И это наша задача — сделать так, чтобы он не перемещался. Он не должен попасть к вам. Если вирус все же добрался до вас, вы должны быть на сто процентов уверены, что не передадите его дальше потому что настало время показать, кто вы есть на самом деле, как поколение людей. Это глобальная проблема для всего поколения, а не проблема отдельной страны. Это не вопрос касты, вероисповедания, религии или расы. Вирус вполне даже беспристрастен. Раса, религия, каста и вероисповедание для него не имеют значения. Он приходит ко всем без разбора. Сначала люди думали, что пострадают только китайцы. Сейчас все осознали, что вирус интересует не только китайцы. Ему подходит любой человек. Весьма неизбирательный вирус. Так что это проблема поколения. В это непростое время оседлаете ли вы волну, или же она уничтожит вас, определяется только тем, Насколько ответственно вы отвечаете всему этому? Сколько у вас здравого смысла? Либо же мы совершим глупость и все обернется глобальной катастрофой. Сейчас в Индии и во многих частях мира, за исключением нескольких стран, к сожалению, Многие люди не понимают, что такое порог. В индийских храмах порог обычно высотой 30 сантиметров. К тому же очень широкий. Если же вы в плохой физической форме, вам будет немного сложно. Те же, кто в хорошей форме, с легкостью преодолеют порог. Сейчас нам нужно всего лишь перешагнуть через порог. Если мы будем проявлять безответственность, этот порог может превратиться в огромную гору, которую нам не преодолеть. Так что требуется ответственное поведение и ответственные действия. Что значит ответственные действия? Большинство людей обычно реагируют компульсивно. Поступать ответственно означает отвечать осознанно. Вы осознанно отвечаете на все, с чем соприкасаетесь, а не ведете себя компульсивно, говоря, я буду делать только так. Осознанный ответ. Потому что ответственность означает лишь вашу способность отвечать. Это самое главное в вашей жизни, сохранить возможность отвечать на все, с чем бы вы ни столкнулись. Ведь то, что с нами происходит, в основном определяется не нами. До некоторой степени мы можем определять, что происходит с нами. Но в основном это нам не подвластно. Однако, что бы ни преподносило нам мир, только от нас зависит, что мы с этим сделаем. Пришло время показать, кто мы. Показать, из чего мы сделаны. Мы люди. Или лишь еще одно компульсивное создание, живущее в плену инстинктов. Вот какой экзамен вы сейчас сдаете. Это тест. Эволюционная проверка. Вы все еще... Что-то чесаться может не только у обезьяны. Даже с вами такое случается. Но вы больше не делаете вот так. Если что-то происходит, вы делаете вот так. Если вокруг много людей, вы ничего не делаете. Если рядом нет никого, вы делаете так. Это осознанный ответ. Зуд один и тот же. Но это инстинктивная реакция. Вот и все, что должно произойти. Это эволюционная проверка для вас. Вы должны доказать, что стали человеческим существом. <laughs> Человеческое существо знает, как существовать, как быть. Время показать, что вы знаете, как быть. Но люди заперты с другими людьми уже долгое время. С теми, кому вы клялись в безмерной любви, за семь дней становится очень сложно. Это происходит со многими. Это тоже нужно решить. Почему это стало настолько сложным? Почему так сложно быть с людьми? Просто потому, что у нас есть непоколебимые идеи и мнения обо всем, включая нас самих. Если вы хотите жить здесь как осознанный человек, то очень важно, чтобы у вас не было никаких мнений. Когда вы в чем-то твердо убеждены, это значит, что вы составили свое мнение обо всем на свете. Тогда уже нет причин продолжить жить. Когда вы составляете мнение обо всех и обо всем, включая самого себя, это означает, что вы разрушили все возможности, которые несет жизнь. Жизнь — это возможность. Но между возможностью и реальностью существует дистанция. Преодолеете ли вы эту дистанцию? Есть ли у вас смелость и намерение пройти ее или нет? Это единственный вопрос в вашей жизни. Я надеюсь, что вы дадите положительный ответ. Потому что с этим можно справляться по-разному. Однажды, после случая с ужасным пением, я имею в виду концерт классической музыки, который состоялся в доме Шанкарана Пилая. Его жена забросила музыку из-за того, как Шанкаран Пилай оценил ее выступление. Затем, через три дня... Первые три дня она изучала классическую музыку, В следующие три дня заняться было нечем, так что она провела какое-то время перед зеркалом. Она посмотрела на себя, какой она была, когда вышла замуж, и как она выглядит сейчас. Из-за влияния планеты ее фигура начала напоминать форму шара. Так что она встала перед зеркалом в спальне и сказала, Шанкаран Пила сидел на кровати и читал. Она сказала, какой я была раньше, и вот какой я стала. Каждый год мой размер одежды увеличивается. Я выгляжу некрасиво. Посмотри на мое лицо. Оно все обвисло и цвет лица ужасный, под глазами мешки. И эта чертова планета не могла на что ли быть немного стройнее. Шинкаран Пилай просто продолжал читать. «Пожалуйста, скажи мне что-нибудь приятное». После того, что я увидела в зеркале, у меня начинается депрессия. «Скажи мне что-нибудь приятное, что-нибудь хорошее обо мне». Шанкаран Пилай посмотрел на нее и сказал, «Ну, со зрением у тебя все в порядке». Что-то хорошее в вас. Так что сейчас не время Искать друг у друга недостатки или даже в себе. Просто подумайте, как каждую неделю становиться, по крайней мере, на 10% лучше. На 10% лучше на уровне тела, на уровне ума, на уровне эмоций. На 10% лучше в том, как вы взаимодействуете с окружающим миром. На 10% лучше в отношениях. Под 10% в неделю. Если вы станете на 30% лучше во всем, вы будете просто фантастическим человеком, поверьте мне. Вопросы? Садгуру, вопрос от Падмы Винкатранган. Намаскарам Садгуру, настолько мощной жизни, как вашей, потребовалось много жизни и интенсивной саданы, чтобы достичь просветления. Есть ли надежда для нас, тех, кто делает практики Иши, всего несколько часов в день? Несколько дней в месяц или несколько часов в день? Are, Несколько часов в день — это хорошо. Well, вы спрашиваете вот что. Садгуру, вы что, попусту тратите свою жизнь на что-то, что не работает? Я похож на такого человека? Похож ли я на кого-то, кто будет делать что-то, что для меня не работает? Я говорю не для вас, для меня. В том смысле, что если я хочу достичь успеха, вы должны достичь успеха. Да? Это все равно, что садовник, который работает в саду. Для того, чтобы он достиг успеха, нужно, чтобы расцвели все цветы. Только тогда он достигнет успеха. Будут ли растения спрашивать? Правда ли, что окучивание, удобрение и полив сработают для нас? Растения не сомневаются в своих возможностях. Растения сомневаются в возможностях садовника. Нет. Я не из тех, кто может потратить свою жизнь, занимаясь чем-то, что не работает. Я делаю это, потому что знаю, что это сработает. Это сработает, и это уже работает. Как ее зовут? Падма? Падма Венкатранган. Хорошо. Если Падма думает, что когда откроется цветок лотоса или Падма... Такого саундтрека не будет. Вот и все, что я хочу сказать. Вчера ночью я был у пруда, который находится перед храмом Дианалинга, и пруд был полон цветов. Наверное, раньше цветы срезали, чтобы использовать в храме. Но за последнюю неделю никто их и не коснулся. Весь пруд наполнен цветами. Вы должны увидеть его ночью при луне. Это просто фантастическое зрелище. Пруд полон цветов. Слышали музыку? Нет. Если у вас есть глаза, чтобы увидеть, и нос, чтобы обонять, Тогда это существует. Если же вы ждете, что случится какое-то масштабное событие, так это не работает. Так что сейчас все, что я хочу спросить у Падмы и всех остальных, с тех пор, как вы начали делать практику, какую бы практику вы ни делали, стали ли вы немного лучше? Если да, то это все, что вам нужно делать. Каждый день немного лучше, немного лучше. В один день люди посмотрят на вас и скажут, ух ты, это невероятный человек. Не вы должны осознать, я невероятный человек. Это происходит только с теми рестлерами, которые участвуют в подставных боях. Так делают только неразвитые гориллы. Гориллы делают вот так. Для гориллы это нормально. Но человек не должен так поступать. Люди должны увидеть вас и сказать ⁇ Ух ты ⁇ Если вы думаете ⁇ Ух ты ⁇ про себя, тогда у вас серьезная проблема. Так что не нужно беспокоиться о том, растете ли вы или нет, становитесь вы замечательными или нет. Просто сфокусируйтесь на том, чтобы быть более осознанными. Делайте практики. Для того, чтобы у вас было достаточное количество энергии, чтобы произошла трансформация, необходимо понять, что трансформация происходит не из-за хороших намерений. Трансформация происходит потому, что присутствует достаточное питание на всех уровнях. Цветы расцветают не потому, что перед прудом построен храм. Из-за того, что есть храм, цветы не расцветут. Они расцветают из-за того, что земля плодородна. Расцветают из-за того, что есть достаточно воды. Расцветают потому, что земля питает их достаточным образом. Вот и все, что вы стараетесь добиться с саданой. Не пытайтесь расцвести. Просто питайте это физически, ментально, эмоционально, энергетически. Смотрите, как распутаться. Потому что запутанность не позволит вам расти, быть вовлеченным, но не запутанным. Привнесите это вместе с Саданой. Вот в чем смысл всей программы внутренней инженерии, чтобы дать мощное ощущение вовлеченности в жизнь, но без запутанности. Единственная проблема, которая есть у людей, заключается в том, что у них ограниченные оторцисления. Моя семья, моя община, моя раса, моя религия, моя каста, моя страна, мое то, мое это. Почему бы? Я расскажу вам секрет. Вы можете заполучить всю Вселенную. Никто... Никто не сможет вас остановить. Если вы попытаетесь присвоить кусок земли с соседнего участка, вас остановит. Но здесь все ваше. Потому что что принадлежит вам и что не принадлежит, определяется только отождествлением. Если вы идентифицируете себя с чем-то, это становится вашим. Если не идентифицируетесь, тогда это не ваше. Почему вы говорите, что это ваша страна? Вы ей владеете? Нет, вы просто говорите, что это страна ваша, и вы готовы жить и умереть за нее. Если вы говорите, что эта Вселенная — ваша, просто посмотрите на все внимательно и постарайтесь вовлечься во все вокруг. Вы не получите никаких гражданских исков. Никто не потащит вас в суд и не скажет. С чего это он заявляет, что вот эта галактика принадлежит ему? Никаких исков не будет. Не будет никаких проблем. Если вы сделаете это своим, то все мироздание будет принадлежать вам, включая всех существ, какими бы они ни были. Тогда вы увидите, что все внутри вас функционирует на ином уровне. Потому что внутри человека есть что-то, что не любит ограничений. И хочу, чтобы вы это поняли. Когда существует угроза вашей жизни, вы выстраиваете стены. Когда угроза исчезает, вы хотите расширяться. Единственная проблема в том, что вы подходите к вопросу расширения по частям. Духовный процесс означает, что вы понимаете, что приближаться к бесконечности по частям — это глупая затея. Потому что к бесконечности нельзя приблизиться по частям. Если вы будете это делать, вы будете лишь бесконечно считать. Это просто вопрос открытости. Вместо того, чтобы соглашаться на одно и отрицать другое, одному человеку говорить ⁇ да, другому нет, этому да, этому нет, этому да, этому, да, этому нет ⁇ да, нет. нет. Вы должны стать для жизни абсолютным ⁇ да ⁇ Тогда ваши границы исчезнут. Ваши границы исчезнут для всей Вселенной. Это то, чего вы жаждете. Неважно, кто вы и где вы находитесь. Вы хотите стать чем-то большим. Если вы станете больше, вы захотите стать еще больше. Если это произойдет, захотите стать еще больше. Не нужно подходить к мирозданию шаг за шагом, потому что Вселенная слишком обширна. Никто не может делать это шаг за шагом, а потом в один прекрасный день сказать «я закончил». Так что, Падма, пришло время расцвести. Я уверен, именно с этой надеждой твои родители дали тебе это имя — цветок лотоса. Я сейчас не делаю никакого политического заявления, Потому что мы живем в такое время, что если я скажу «цветок лотоса», люди начнут говорить «он из этой партии». Если я подниму руку вот так, они скажут «ага, он вон из той партии». Нет, я не принадлежу ни к какой из партий. Но я говорю вам, что вы тоже не должны принадлежать ни к одной из них, не только к политической, но и ни к какой-то еще. Потому что вы в состоянии испытывать всю Вселенную, принадлежащую вам, внутри себя. Потому что все, что когда-либо случалось с вами, происходило только внутри вас. Вы видели Солнце посредством своих глаз в своем уме. Вы видели звезды внутри себя, вы не отправлялись к ним. Все, что вы испытываете, находится внутри вас, если вы открыты Вся Вселенная, весь космос будет заключен внутри вас. Вот что вам нужно испытать. Эти времена вируса ⁇ хорошее время, чтобы испытать это. Мы могли бы помочь вам в этом. Внутренняя инженерия. Я думаю, они сейчас подготавливают предложение. Фонд Иша готовит предложение, чтобы в течение этого месяца, в течение апреля, и это не первоапрельская шутка, онлайн-программа Внутренняя инженерия будет доступна для всех за полцены в течение всего апреля. И для всех полицейских, медицинских работников, и всех, кто сейчас оказывает какие-то жизненно важные услуги в Индии, для них программа будет абсолютно бесплатной.